Приветствую, друзья! Это Шиноби. И мы продолжаем бороть баги. Думаю, многие из вас сталкивались с проблемой в патче 3.8 с невозможностью перезаправить свой корабль. Ну, также починить его и перевооружить. Сейчас я не садился, но поверьте на слово, что при совершенно санкционированной посадке вы, скорее всего, увидите такие же красные индикаторы с невозможностью перезаправки и перевооружения. Как же бороться с этой проблемой? Элементарно. Запрашиваем посадку, как обычно, но не садимся, а зависаем над платформой. После чего заходим в меню и спокойно перевооружаемся, заправляемся и чинимся. Спасибо за просмотр.